Привет-привет, друзья! Вы на канале Китасити, с вами я, его ведущий Владимир. И сегодня на обзоре у нас с вами будет снова вот эта вот флешка. Дело в том, что многие подписчики просят, чтобы я ее разобрал и посмотрел, что внутри, показал им. Так как они, ну, удивляются, почему она хоть USB 3.0, но она такая вот не сильно скоростная. У нее скорость записи что-то в районе там от 24 до 26 мегабит, ну и там чтение там чуть-чуть побольше скорость, так как, ну, USB 3.0 должно там побольше, там вот у меня microSD флешки, так они там до 80 мегабит, там мне некоторые показатели бывают. Так, ну ладно, давайте мы ее разберем, посмотрим, потом еще разок протестируем уже на ноутбуке. Тут у меня ноутбук есть рядом, там у него действительно USB 3.0 очень хорошая. Так, снимаем. Так, имеется у нас вот такая вот microUSB штекер такой вот. Да, вот тут USB гнездо, USB штекер. Снимаем корпус. Где он тут должен раскрываться как-то? Ну, если он не заклеенный, то он раскроется. Нет, он не заклеенный. Ну вот мы сняли корпус. Кто в этом что-то понимает, то, пожалуйста, вот смотрите, как оно тут все выглядит. Сейчас я включу софтбоксы, чтобы было немножечко поярче. Так, софтбоксы включил. Так, ну и вот смотрите, вот немножечко вот тут вот этот вот штекер припаян по краям не очень осторожно, да, не очень качественно, но тут можно, в принципе, при желании можно припаять. Но оно держится, значит, хорошо. Так, microUSB штекер. С этой стороны 2 контакта, с этой стороны 3 контакта, но припаян очень хорошо. Ну и вот такие вот всякие микросхемки тут. Вот, как вы видите. И с этой стороны, наверное, вот эта сама память. Вот. Тут имеется такая вот красиво переливающимися буквами наклейка. Ну, давайте ее сорвем. Она не срывается. Она, как назло, не срывается. Ладно, не буду портить ничего. Так, ну, ничего примечательного тут я такого и не вижу. Просто обычная флешка. Да, у нее низенькая скорость, но нужно учитывать еще то, что она очень дешевая. Она намного дешевле, чем флешки с настоящей USB 3.0 скоростью. Хотя я не особо разбираюсь в скоростях. Возможно, скорость этой флешки тоже считается нормальной. Лично меня она устраивает, так как я на ней переношу всякие видеоролики, фотографии для монтажа с компьютера на ноутбук или еще там что-то по делам всяким использую эту флешку. И меня скорость ее очень хорошо устраивает. Так, ну что, давайте тестировать теперь ее на ноутбуке. Проверим, действительно ли у нее такая же скорость, как и на мини-компьютере у меня. Мини-компьютер у меня выдавал скорость, уже не помню какую скорость, но там небольшая скорость. Так, софтбокс я выключил, чтобы они не затемняли экран. Так, сделаю сейчас повыше. Так, это мы тут распаковывали, делали обзор на брелок, который очень дешевый, и он пришел бесплатной доставкой. Так, сделаю покрупнее. Вставляем флешку. Так, флешка вставилась. Так, определилась. Так, открываем H2 тест. Выбираем русский язык. Сейчас я сделаю еще крупнее, чтобы было лучше видно. Так, вот так. Русский язык. Доступный объем.
Так, ну мы не будем тестировать полностью всю флешку, выберем там небольшой объем памяти. Так, где тут наша эта флешка? Вот он, USB накопитель. Окей. Ну, допустим, 3000 мегабайт. Окей. Запись плюс проверка. Сформатировать там что-то. Нажимаем окей. И оно пошло. Так, ну, как вы видите, вот уже скорость показывается, типа 33 мегабита в секунду. Ну, она, наверное, упадет там, до 25. На ноутбук, на мини-ПК у меня скорость падала там до 24, по-моему, даже. Ну, пусть оно сканируется. Вот видите, скорость потихоньку падает. Резкий скачок был. Так, до конца сканировки, проверки флешки осталась еще 1 минута. Итак, друзья, проверка проведена, и мы видим вот такие вот результаты. Скорость записи 29,6 мегабит в секунду, скорость чтения 38,1 мегабит в секунду. Да, это немножечко выше, чем на мини-ПК. Все-таки на ноутбуке USB 3.0 немножечко пошустрее, чем на мини-ПК. Ну и сама флешка, как вы видите, вот такие вот скромные показания дает. Но я вам скажу, что для такой цены, сколько она стоит, это довольно-таки хороший показатель. Она стоит в 2 раза дешевле, чем флешки там Samsung, а то это и побольше, наверное, даже в 3 раза дешевле. Уже не помню, почем я ее покупал. Но в 2 раза это точно она дешевле, чем самсунговские флешки. Так что, друзья, всем, кому нужна флешка недорогая и с такой вот средней скоростью и с большим объемом, то можете перейти по ссылке в описании. Я оставлю, где можно купить эту флешку. Там, где я покупал. И можете выбирать себе, изучать этот товар. Там у них есть разные цвета, разные объемы. И при желании, кому надо, можете покупать. Ну а на этом наше видео, друзья, подошло к концу. Всем, кому было интересно, понравилось или было чем-то полезным, то обязательно ставьте палец вверх и подписывайтесь на мой канал. С вами был ведущий Владимир. До новых встреч. Пока-пока.